Совет по межнациональным отношениям в Ульяновской области отметил 10-летний юбилей. Он был создан в 2006 году и тогда был единственным во всей России. После создания этого института к нам приезжали просить обмен опытом, поделиться, с чего начали, как работаем. Поэтому мы стояли как раз, вот мы были паровозом тогда еще. Тяжело было, но нам здорово тогда помогла Татьяна Владимировна Сергеева. Вот благодаря ей мы смогли создать такой мощный институт, который сейчас даже все завидуют. Другие регионы. Почему? Вот мы на этой площадке встречаемся с губернатором, с министром, и мы можем задавать свои вопросы, проблемы свои поднимаем на этих советах. Поэтому вот другие регионы говорят, мы, говорит, своих губернаторов видим только на экране или через страницы газет, а мы воочию общаемся, вопросы можем задавать. В 2010 году в регионе был принят закон о господдержке национально-культурных автономий. Спустя 3 года советы стали создаваться в районах, сейчас они успешно работают во всех муниципальных образованиях. Особое внимание уделяется проведению национальных праздников и фестивалей. Ульяновская область уже 3 принимала федеральный Сабантуй, а в 2011 году наш регион стал центром проведения всероссийского Акатуя. Ну а главным достижением деятельности совета говорят результаты недавних социологических исследований. Люди разных национальностей чувствуют себя комфортно и свободно на ульяновской земле. Мы единогласно все приветствуем эту политику национальную о межнациональном согласии, о том, что не может быть между нами никакого раздора. Мы живем все на одной земле. Русские, татары, чуваши, мордва, азербайджанцы, армяне. И много можно перечислять. На нашей территории Ульяновской области проживает около 150 национальностей. С юбилейной датой членов Совета поздравил губернатор Сергей Морозов и наградил победителя ежегодной премии за вклад в развитие межнациональных отношений и конкурса научных и публицистических работ «Мы – многонациональный народ России». Вот по прошествии уже этих 10 лет мы видим, что Совет превратился в настоящее время в мощную, действенную площадку по формированию и развитию нашей с вами региональной национальной политики, которая является хорошим таким подспорьем для федеральной российской национальной политики. Я хочу искренне поблагодарить вас всех, абсолютно всех представителей нашего регионального совета по межнациональным отношениям, прежде всего, конечно, за слаженную и плодотворную работу, за неравнодушность, за неуспокоенность к тем вопросам, которые мы с вами рассматривали, за активную гражданскую позицию, что сегодня очень хорошо воспринимается в обществе, за желание развивать нашу национальную политику. На заседании глава области подписал концепцию реализации государственной национальной политики до 2025 года. Присутствующий на мероприятии председатель исполкома Ассамблеи народов России Назиржон Абдуганиев вручил Сергею Морозову золотую медаль Ассамблеи народов России за значительный вклад в этнокультурное развитие народов России и укрепление единства российской нации. Валентина Каманина, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.